Так, ребят, всем доброго времени суток. Вы на канале Отец, и сегодня мы идем крутить новую рулеточку, которая вышла только что на аккаунте подписчика. Можно, так сказать, прокачивать его аккаунт. Давайте оценим, посмотрим, что тут у него есть вообще. Так, нам подписчик сказал сразу то, что надо прокачать. Если выбьем новый калашик, надо его до килчата. Надо его 100% будет забрать. Так, лаборатория, давайте посмотрим у него также, что имеется. То есть, ну, рев ящера у нас на килчате и Томпсон у нас на килчате, так я понимаю. Надо сделать ему сегодня калашик на килчате. Давайте не будем томить, перейдем сразу в новую рулеточку, посмотрим. Тоже вместе с вами ее посмотри, я ее еще не видел. Говорили то, что тут куда-то в другое место добавили золотой костюм еще один. Вернули. А, вот он. Ну, мне не особо, конечно, он зашел, ребят. Но пойдет, пойдет, пойдет. Этот новый костюм, ну, эмоция, знаете, что-то между среднего. Мне не сильно нравится, но пойдет, короче. Калашик, вот, имба, вот. Килчатик. Еще эффект попадания. Сасна, я считаю, сасна. Надо его, значит, доводить до 5-го уровня. 100%. Надо прям. Эффектик попадания это топово. Так, ребят, давайте поехали, покрутим, посмотрим. Давайте за 10 UC раз откроем. Посмотрим, что дропнется тут. Давай, давай, давай. О, анимация. Неплохая, кстати, анимация. Мне нравится. Интересненькая такая. Купончики тут есть скидочные у него. О, неплохо. Дань, скидочный купон будем использовать на 300 UC? О, неплохо, у нас скидочка, можно сказать, первая десятка за 240 UC. Вот это да, пойдет. Давайте, поехали сразу. Смотрим, смотрим, отпечаток пальца. О, второй и третий прицел. Ну, такое себе, конечно, ничего не насыпало. Посмотрим дальше, что будет. Так, у нас также все, как с золотыми рулетками, надо собирать полу. Элементики и обменивать на нормальный элемент. Поехали. Поехали дальше. Так, у нас скидки 60 UC, две штучки есть. В принципе, тоже неплохо. Давайте поехали второй раз. Так, ну. У нас глушитель. Надеюсь, это все будет обмениваться. Это будет обмениваться очень хорошо. Давайте посмотрим в дальнейшем, что будет. Популярность. Ну, она сейчас нам важна, потому что у нас идет битва популярности. Я думаю, она ему пригодится. Так, на аккаунте у нас было 9 с копейкой 1000 UC, нам надо 100% забирать калаш, прям железно. Еще обломки. Обломки на обломках, можно так сказать. Удача очень сильно долго копится, это меня напрягает. Уже крутанули 31 раз, а всего лишь-то 44%. В прошлом золотом костюме, по-моему, она быстрее копилась, насколько я помню. Очень сильно скамит рулетка, максимально сильно. Может, это из-за того, то, что с утречка так только вышло. Потому что у меня в последнее время начал замечать такое, то, что рулетка скамит именно тогда, когда ты ее крутишь вообще под утро. Так, поехали дальше. Давайте сделаем с пропуском один раз. Надеюсь, нам на пропуск повезет вообще. Поехали. Граната. О, граната с килчатом. Неплохо, вот это я не посмотрел. Вот это на самом деле неплохо. А где она? Какой у нее килчатик? А, нас не показывают, ладно. Можно сказать, нас немного так знатно обманули. Давайте уберем пропуск, поедем дальше, крутанем. Очень долго, очень долго. Еще одна гранатка. Давай обменяй прям на что-нибудь сладенькое. Пожалуйста. Три обломка. Это несерьезно, я так считаю. Максимально несерьезно. Так, я понимаю, чтобы просто взять один гарантик, да? Надо 3000 UC. Жирно. Опа. А, это у нас гарантом. Все, я понял. Ладно. Радоваться рано нам, ребят. Гарантик это такой себе, конечно. Поехали дальше крутить. Давайте скипнем сразу. Надеюсь, что-то вот прям хорошее упадет. Вот надо 100% материальчик. Хорошо, это очень хорошо, кстати, материальчик. У нас 35 обломков. Ну, калашик мы 100% уже железный забираем.
Ну, хотелось бы что-нибудь еще. Пустота, обломочки тоже. Ничего хорошего, я так считаю. Ох, ребят. Сильно скамит. Кстати, вот сейчас нажал без пропуска, да, задержал, и очень быстро открылось. Значит, что-то там... Анимация, что-то такое новенькое. Подшаманили разрабы, можно так сказать. Для нас... Красочка, красочка тоже необходимая вещь. Обломок. Много насыпало. У нас их уже 46 штук. То есть, по идее, мы заберем где-то на 7 тысячах. У нас 1002 останется, у нас уже будет 100% калашек. Ну, снова у нас гранатка падает. Она у нас 3 обломка обменивается. Ну, такое, знаете, на самом деле. Дело не очень, я бы вам так сказал. Давайте 540. 80 удачи. То есть 10 всего дает. Ну, тоже несерьезно. Максимально несерьезно. О, краска. Кстати, нормально, хорошо насыпало. Можно сказать, рулетка очень сильно скамит. 131 прокрут. Вот просто фактом мы имеем ничего. Вот просто по факту ничего не имеем. Давайте за 60 крутанем. Посмотрим, что у нас будет. Так, популярность. Спасибо тебе. И еще раз за 60. Забираем калашик, это 100% будет. Сейчас спросим, что дальше делаем, и будем дальше открывать. Ну, все. Гарантик мы забрали. То есть калаш уже на базу факта, можно так сказать. Все. Обмен частичек, все, обмениваем. То есть и вот такой вот калашик мы уже забираем. Костюм, ну, честно, вот не очень на самом деле, ребят, костюм. Все, калаш на базу, вот прям. Мне он нравится на самом деле, клевый калашик. Что-то типа Фортнайта, ну ничего страшного. Дань, что делаем дальше? Ну, давай прокачаем. Да, давай прокачаем, качать его надо, точно. Посмотри, сколько там обломков материала. Обломков материала, давай посмотрим. Посмотрим, сколько обломков материала. У нас 7 штук. Не сыпало, очень сильно скамит. Вот так, материалов у нас 8. По идее, можно купить еще материальчик. Давай его сначала вкачаем. Так, поехали. Второй уровень. То есть, третий уровень. И нам надо один материальчик. То есть, что мы сейчас... Покупаем его, да? Все, да, берем материальчик с красочкой вот тут 100%. Поехали. Так, купончики там, всякая такая тема, да. То есть можно скидочку взять на них. Скидочка всегда полезная штучка. Так, и давайте все, качнем калашку до килчата. Все, он на килчате у нас. Тут вообще 5 материалов надо, но это прям много жирно, я так считаю. Ну, пойдет. Что мы дальше делаем? Так, давай поставим этот калашик сразу. Не, прикольно смотрится. Прикольно на самом деле, ребят. Сколько дает у тебя сейчас осталось? 2000 UC осталось. Давай, думаю, оставим их на аккаунте. Ну, давай их оставим на аккаунте. Костюм, который выйдет 1-го числа у нас. Давай, давай, оставим на аккаунте. Тогда хорошо. Ребятки, всем спасибо за просмотр. Я думаю, данный ролик вам покажет, стоит, не стоит вообще крутить эту рулетку. То есть гарантом, вот как вы можете убедиться, да, вот нам максимально рулетка спамила нас. Просто скам лютый, очень сильный скам, прям максимальный. Мы забрали за 7 тысяч. За 7 тысяч можно забрать калаш. То есть гарантированно 100%. Как-то так. Ребят, если кому-то надо пополнить UC-шечки, будет ниже ссылочка на мой UC-шоп. Я буду вас всех ждать. С радостью вам пополню. Моментально, быстро, все будет хорошо, ребят. Что могу сказать? Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайкосики и подписываться. Всех буду ждать в своем телеграм-канальчике. И если кому-то интересно пооткрывать кейсики, что-то такое, буду вас ждать в своем UC-шопе. Всем спасибо, всех обнял. До новых встреч.